Более 2000 лет назад человеку понадобилась сцена. Или скена. Говорили так. Еще говорили, что это место священно. С тех пор театральный ковчег собирает и хранит в своем каменном молчании звуки, голоса, рифмы и ритмы, все, что превращалось в невидимую энергию, которая способна преодолеть ход времен, способна дать художнику право на бессмертие, право глядеть в небеса. Театрон. У древних греков это означало место для зрелищ. Сегодня в нашем фильме оно станет местом спасения или ковчегом. Если обратимся к библейской легенде, то вспомним слова. «Раскаялся Господь, что создал человека на земле». Но рассуждать о разрушении – это значит множить зло. Что можно противопоставить злу? Добро и свет. Собирать, созидать, сохранять. Разве это не великая задача? Открыть путь к спасению, другие действия, иные смыслы, жизнь – это великий дар. Синонимом к слову «ковчег» служит «дарохранительница» или «корабль». Сегодня наш театрон превратится в прекрасный корабль под белыми парусами. О чем сейчас думает этот человек? Литовский режиссер, чьи спектакли собирают аншлаги в Москве и Нью-Йорке. Триумфом завершаются гастроли в Лондоне, Париже, Торонто, Риме, Мадриде. Он приехал во Владикавказ, на родину Вахтангова, которому было суждено в 30-летнем возрасте создать театр с великим будущим. Иногда бывает так, что идея человека становится сильнее самого человека. Создал ли Вахтангов школу? Об этом спорят. Но театр, основой которого была Вахтанговская студия, стал той самой идеей, что сильнее человеческой жизни. Что окружало его? Кроме гор, в горах люди. И это величие быть, победить гору, там, не знаю, ее преодолеть, сжиться с ней, познать эту гору. Так, тайна, каждая гора живет какой-то тайной. Не зря все легенды, мифы, каждая гора там имеет своего бога, где-то там боги где-то. Мы, литовцы, скажем, последние в Европе переняли крестьянство, то есть крестились последними. И это не так уж давно было по сравнению с историей. И что-то вот языческое мне очень откликается, не знаю, как-то в крови, в памяти генетической или у меня там деревня, хутор такой. Очень много дубов. Дубы. А это дуб, это для литовцев было, это святое дерево. Молились ему, камню, дубу, источнику какому-то там. Значит, ну вот величие дуба, так я представляю, как это, горы. Это что-то непобедимое, это что-то таинственное. Вот быть горой, стать горой, величественным и сильным, и красивым. Человек, живущий в окружении гор, ощущает твердую опору и защиту. Эта опора является стержнем и смыслом его бытия. Горный пейзаж –
эзотерически влияет на формирование характера человека. Иначе чем еще объяснить стремление молодого выпускника гимназии пойти наперекор воле отца, владельца табачной фабрики, который даже служение в армянской церкви использовал для поддержания коммерческих связей? В семье на глазах маленького Евгения разворачивались трагические события. Став успешным и респектабельным фабрикантом, отец стыдился нищенского прошлого. Даже переписал имя деда Саркис на русское Сергей и перестал его звать к общему столу. Он также поменял и свое имя Баграт на более благозвучное Багратион. Дед Саркис не выдержал унижений. Попрощался с внуками и заперся в своей комнате. Он не нашел другого выхода, как остановить свою жизнь. В семье старались об этом молчать, но обстановка стала еще тяжелее. Началось взросление. Открылись творческие горизонты. Пришло понимание жизни и роли учителей. Евгений уезжает в Москву и посвящает себя театру. Багратион Сергеевич в сердцах объявил о решении отречься от сына и лишить его наследства. Радио Сибирь. Слушай себя. В начале прошлого века на углу Арбата и Николо-Песковского переулка жила и работала третья студия МХТ, созданная Вахтанговым. Здесь он производил те самые эксперименты, которые помогли искусству театра обрести мощный импульс для долгих творческих лет. «Чудо святого Антония» и «Принцесса Турандот» — спектакли молодого гения, в которых естественным образом создавалась атмосфера праздника, импровизации и карнавала. Да, вот это мне было вот здесь, в горах, и его дома, и гимназии, и в горах, если это разговаривать. К нему приехал, не к нему приехал, но приехал искать тот причины праздника. В его стилистике, в ее понимании, в ее сознании, в его желании праздник, театр – это праздник, вот этот, что это такое. И созвучно было, потому что, не Вахтангов и моя судьба в чем-то, но народа, родственных, близких вокруг народа, это очень, очень трудно жили. Очень трудно жили. И любой католический праздник, он был ожидаем всегда. Но мало было праздников, мало. А здесь у них в народе много праздников. Придумывают праздновать. Работать и праздновать. Выживать, таскать камни, строить башни, защищаться. И праздновать. Вот это равновесие, вот это, наверное, очень важно. И, наверное, вот это сопротивление смерти, и то, что я уже, наверное, давно ощутил, что пробудить зрителя, художника, призывать своей игрою, призывать его, чтобы он ощутил, что ты тоже, ты талантлив, ты творец. Яркие творческие приемы, которые создал и применил в своем театре Евгений Вахтангов, позднее были приняты и развиты европейским современным театром. В этом кроется секрет соединения европейского режиссера Римаса Туминаса и великого русского театра,
который пронес через трагические события 30-х и 40-х вахтанговский дух аристократизма и творческой эстетики. Отец был очень трудного характера, можно понять всегда, но когда живешь, не понимаешь, но только потом уже начала понимать, что и маме было нелегко, и сесть нас, и он контужен был на войне, в конце войны в Берлине, он дошел до Берлина и вернулся с деревянным чемоданом, железная ручка, такие крючки закрываться, чемодан. Там он что-то привез там. И этот чемодан, когда я уже был режиссером, начинал, чемодан попросил. Он в подвале стоял. Говорю, отец, не нужен чемодан. Да нет, бери это. Вот этот его деревянный чемодан, потому что он очень годился и поставить на попа, и так, и присесть, и залезть. Он такой был крепкий, вот, чемодан. Он из спектакля в спектакль шел, потом их добавлялось, потом они... И вот эта жизнь, чемоданное путешествие, конечно, когда мы связывали нашу мебель, веревкой привязывали к борта машины, она открыта, но вот этой тыльной стороной почему-то зеркало должно быть, и пальма. Пальму возили везде. Ну, шкаф, это понятно, шкаф, и Чехов возил потом, узнал, что Чехов возил со шкафом, путешествовал со шкафом. Так что это его монолог в «Вишневом саде» о шкафе, и он про свой шкаф это говорил, естественно, писал. Вот эта другая сторона мебели, она всегда же такая бедная, не смотрительная. А здесь с лицевой стороны все блестит, все лаком, все. Кажется, вот и жизнь такая лакированная, ты должен так и жить. Но ты заходишь там, увидишь ту сторону, и так жалко стало. И себя, и маму, и отца даже, который там, вот он всегда хулиганил, был не согласен всегда, он там. И его, отстраняли, удаляли, назначали в другой район, так вот. Потом и путешествовали. Такой, естественно, момент выживания, прижиться, найти, заставить, не сдаваться, наверное. Вот это, вся эта жизнь, наверное, выработала такой кулачок. Такой, ничего, еще. Опыт, полученный в детстве, во многом влияет на мировоззрение человека. Вольно или невольно, человек руководим воспоминаниями. Это влияние невозможно спрогнозировать. Оно есть, и все. А ваша мама, ее звали Вера, и она из дворян. И что вы сейчас понимаете про маму, которая претерпела вот эти гонения, ситуацию, когда нужно было поменять имя и практически зачеркнуть свое прошлое, и потом жить с этим, и воспитывать детей, и вырастить из них хороших людей? Что для вас вот это все? Есть мама фраза. Ты должен создавать в своей жизни, сын, красоту, так, как и я чувствую радость. Когда я пошью платье, когда я угадаю фигуру, угадаю, подскажу, как дизайнер, того слова не было еще такого, модельер, или там, ну, когда она, вот старайся всю жизнь превратить в красоту. Что бы ты ни делал, должна быть красота. Вот это я всегда об этом, но трудные какие-то минуты вспоминал всегда вот это. Когда бывает, что озлобился или накопилось что-то негативное в тебе, тогда вот эта фраза возвращалась, что
везде должно быть. Сопровождать тебе красоту и твои работы красоте должно быть. Вот это такое вот, которое совпало потом с пониманием там, и, наверное, и Вахтангова, что праздник красоты, красота, жизнь, вот эти все понятия, они как-то и перевели, наверное, сюда. Яблоки в ожидании зимы. Образ тревоги, мольба о спасении. Луна, серебряный свет, голубой туман и вечная метель. Как сверхмощная энергия обладает свечением, так и талантливый мощный театр излучает белый свет. Это когда вот их разложил, не рассыпал, а так как-то так, чтобы они первые заморозки, чтобы не тронули. Ну и для себя это будет. Ну, приезжать, уже реже и реже приезжаешь, уже в ноябре, а дом их хранит. Какая температура такая хорошая для них. И до Нового года они могли бы стоять. А тревога, как она не покидала никогда, но подтверждает вот эти это яблоки, которые вот они такие все, ну, блестели. Еще так солнце там задевает, такие блестят, такие благодарные они, такие устроились сейчас надолго еще, жить будут. А потом приехал, как не было времени, через 3 недели, наверное, даже через месяц. Лес поблек, нету, и они такие все неспокойные, такие испуганные, такие не хотят здесь быть, забери меня. Им тревожно стало быть, потому что пойдут мыши, пойдут там, все, они начнут смотреть, как тот сосед мой гниет, начал уже болеть, я еще держусь, то есть это вот... Спасите меня, тревога, тревожно. Вот этот образ тревоги, какой-то тишины совершенно. И это вот они просятся спасти, тревога. Вот такое. Потом это потом как-то, не специально, как-то это отражается на сцене, на работе, каких-то спектаклях каких-то. Если ты ищешь, если хочешь ты как-то создать атмосферу, через детали, через какую-то можно этот солнце убрать, немножко такое, и немножко луны, немножко такого мглы, и жизнь такая, вот неизвестность, нет финала, никогда его не будет, и не надо. Способность художника наблюдать за деталями, собирать впечатления, а потом превращать их в яркие выразительные символы, заниматься актером и видеть в нем соавтора, соучастника в создании спектакля, забывать пройденное и не повторяться – эти творческие приемы объединяют Римаса Туминаса с его вдохновителем Анатолием Васильевичем Эфросом. Он тоже постоянно искал новые методики для репетиционного процесса, превращая их в творческую игру или мистерию, чем вызывал непонимание и даже раздражение у актеров. Ему нужны были мыслящие сподвижники, способные добавить красок в полотно спектакля, вдохнуть душу в образ своего героя. Эфрос избегал копирования своих находок, понимая, что каждый новый сценический материал требует новых подходов и решений. Он не стремился создавать свою школу и поэтому всегда находился в поиске, старался быть новым и при этом крайне бережно реагировать на авторское слово, на эпоху, отраженную в пьесе. Для перехода к новому
он объявлял себе творческий кризис и шел дальше, отрекаясь от вчерашних достижений и открытий. Его театр был полон условностей и символов, но при этом он был наполнен поэзией, музыкой и гармонией. Радио Сибирь. Слушай себя. Звучит. Пройдут годы. Вдруг. Чем и хороша драматургия, любая, когда есть вдруг. Театр Вахтангова, который вдруг затих, как перед какой-то бурей. Вот словно отцвели сады, когда вдруг собрали урожай. И вот вдруг театр оказался в каком-то периоде не то чтобы увядания, а какого-то сонного состояния, состояния растерянности, ожидания. Пугливое было ощущение у людей. Так казалось со стороны. Все чего-то ждали. Не знаю, как жил театр в тот момент. Но, думаю, Швыдкой не дурак. Взял и предложил им блинчики с медом. Понимаете, он предложил им балтийского с литовскими корнями человека, ну, который учился в ГИТИСе. Мне советовали, когда я уж согласился, и за советом ездил и к Галине Борисовне, Фоменко, с Фоменко разговаривал, и с Камой Гинкасом. Советовали мне, начни с вот этих Борисова, Лановой, Яковлев, вот с этих вершин. Ты будешь иметь защиту, так сказать. Я знаю, я вспомнил, как это делали, так их было уже так принято. Так вот, я решил предложить троим книжки Шекспира. Ну, это, во-первых, литература, это которая на историю, да, ясную, понятную, на легенды, на миф и так далее. Второе, хотелось посмотреть, что же там внизу театра, что вот это прекрасное озеро, сверкает водичка, а что глубже? Глубже в ил, там что на дне, но все-таки пришли на помощь мне молодые, чуть среднего поколения, там были и Аронова. Поддержали, поняли, они полюбили этот спектакль. А потом уже дядя Ваня. К приходу Римаса Туминоса легендарный театр «Ковчег» уже был создан. Плеяда великих актеров, успешные спектакли, здание театра в стиле неоклассицизма, расположенное в историческом сердце столицы. Но штормовые волны 90-х этот «Ковчег» сильно потрепали. Бабочка, смокинг и аристократическая улыбка еще держались за крепкую основу вахтанговских идей. Но театр болезненно ощущал затишье и беспокойство. В эти тяжелые и смутные времена
Михаил Александрович Ульянов с каким-то светлым предвидением предложил Туминасу вернуть театру творческую силу и уверенность. Эта мысль была дерзкой, но точной и верной, как и все поступки великого актера. Сегодня мы понимаем, какие черты мастера привлекли Ульянова в Римасе Туминасе. Предвидел он и то, что театру предстоит большое путешествие в классику, соединение сумрака и света, в котором иначе невозможно, только так. Читать текст, как молитву, почувствовать над собой раскрытое небо и взор Всевышнего. И своею кровью склеит двух столетий позвонки. В ситуации распада что можно противопоставить энтропии? Сохранение, собирание сакральных смыслов. Вахтангов мечтал о своем театре и говорил: в нем милые лица, добрые глаза, трепетные чувства, все друг другу друзья. Нежно, осторожно подходим к душе каждого, честные и любящие, чувствующие святость. Ничего грубого, ничего резкого. Нарушено что-то, что-то нарушено в мире, что-то в государстве нарушено. Я имею в виду не только русское, но в мире что-то нарушено. Единственное место остается, где вот про ковчег можем говорить, это театр. Я думаю, что будем тяготеть к литературному театру. Уже наигрались, раздевались, били, жгли. Пожары делали, не знаю, катастрофы, все уже делали. Да. Но я думаю, не по примеру западного театра, но тяготение слышать, услышать литературу. И это будет очень, очень нежный, очень тонкий, очень изысканный театр. Это будет какой-то союз неба и земли. А между ними актер. Не дай Боже стать грубым, стать таким, не отвечать ни на что. Ни на что не отвечать. Наоборот, всматриваться в историю, в людей, наблюдать все, что самое прекрасное в человеке еще. Чтобы склеить дом веры, чтобы замок построить веры. Вера нужна. И всматриваться, учиться надо увидеть в человеке что-то хорошее, добро. Человек создан Божьим, и частица Бога у него существует, как у меня, как у вас, как у другого. Вот это божество надо раскрывать и видеть, и раскрывать. И тогда мы в этом ковчеге будем спасены и будем окружены таким огромным, не знаю, историческим, культурным наследием. Все века нас будут охранять и питать нас, и мы выживем. Thank you.
слезы. Ничего нет. Все вздор. Ты сейчас взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя! Милая сестра моя! Где она теперь? Если бы она знала! Если бы она знала! Что? Дядя, что знала? Тяжело! Нехорошо! Ничего! Ничего, я уйду! Ничего, после! Надо заняться актерами, не собой, а актерами. И если ты сосредоточенно поможешь, займешься им, он станет звездой, успех, и на завтра звезда может быть. Я уверен, что только тронь кого-то, займись, и они все не без способностей. Нет вот таких там вахтангов театр, чтобы они как-то не профессионалы были бы, не талантливые. Нет, только разные судьбы, разное складывалось ситуации. Не было режиссеров, знаю, чтобы ими заниматься. Ну вот это и долг такой, такая ноша, что каждым надо заниматься. Но другие там проблемы, конечно, это свойственно. Как играть, что за стиль, как выгнать, хотя они сами говорили, мы не бытовой театр, не бытовой, мы вот вахтанговцы, мы вахтанговцы. Замолчи, я прошу! Ах, странное дело, странное! Заговорит Иван Петрович, это старый идиотка, Марья Васильевна, ничего, все слушают! И стоит мне сказать хотя бы одно слово, как все тут же начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Допустим, я противен, я эгоист, я деспот. Но неужели даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил почтенную старость и внимание к себе людей? Никто здесь не оспаривает у тебя твоих прав. Александр! И всю жизнь работать для науки, привыкнуть к своему кабинету, почтенным товарищам, и вдруг ни с того ни с сего очутиться здесь, в этом склепе. Каждый день видеть этих глупых людей, слышать эти ничтожные разговоры. Я не могу, у меня нет сил следить за успехами других, бояться смерти. Я хочу жить! Я люблю шум, известность, успех! После Шекспира, в котором Шиллер видел сладкую тоску по небу и возвышенные мечтания о святом и великом в жизни, Туминос занялся Чеховым. Да, именно тоска по небу, возвышенные мечтания – как это близко духовным исканиям Чехова и Туминоса. Режиссерский поиск истины в парадоксальных психологических ходах, которые основаны не на поиске парадокса, а на правде жизни, которая и есть парадокс. И оттого так отчаянно близок мудрый сочинитель спектакля к гротеску. Ведь он сам давно и скрупулезно копил свои наблюдения о правде жизни, сначала в литовском хуторе, потом, постигая ремесло режиссера у своих учителей, мысленно вспомнив образ спектакля, в сознании всплывает потрясающая картина, обрамленная сценическим порталом, как черно-белая графика импрессионистов или мастеров немого кино. Каждая сцена наполнена яркими символами, образующими мистический треугольник. Стыдливая изнанка кабинетного дивана, луна, столярный верстак. Или черная фортепиано, круглая лампа и каменный лев. Здесь мы не видим дворянского аристократического пафоса. Мы погружены в русскую почву.
Это продуманное сценическое пространство русского поместья заполняет, как серебристо-голубое облако, пронзительная музыка. На фоне символизма и гротеска звуки музыки подчеркивают и возвышают силу взаимоотношений, любви, несбывшиеся мечты и надежды. Александр, Бога ради, помирись. Да, хорошо. Я прошу тебя, умоляю тебя, пойди к нему сейчас же. Хорошо. Будь с ним помягче, успокойся. Хорошо, хорошо, я пойду к нему, я не злюсь на него, не сержусь, но согласитесь, господа, его поведение, ну, по крайней мере, странно. Ужасно. Я пойду туда. Я пойду. Мой милый. Да. Я пойду. Нянечка! Нянечка! Ничего, деточка, погогочут гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут, дрожишь, словно в мороз, сиротка. Бог милостив, все пройдет, все пройдет. Держите его. Он сошел с ума. Нет! Нет! Где он? Ну? Элен! Элен, не мешайте мне. Элен, не мешайте мне. Маман! Идите пить чай. Не мешайте мне! Не мешайте мне! Бац! Этот краеугольный камень режиссуры Римаса Туминаса, как мощный проводник глубочайшего сострадания каждому герою, снимает холод академизма и дарит теплоту, безграничную туминасовскую теплоту, которой, кажется, хватит еще на сотню таких спектаклей. Сегодня Вахтанговский театр – это концентрация талантов, успеха, искусства. Так сами вахтанговцы формулируют свое настоящее. Они открывают новые сцены, реставрируют музеи, совершают гастроли на всех континентах, играют спектаклей больше, чем дней в году. Когда я пришел в театр, Туминас пришел в театр, для меня очень такое четкое, важное впечатление, он меня подвел к окну, кабинет Михаила Александровича, где он тогда, его был кабинет рабочий, подвел к окну, я увидел какие-то железобетонные сваи, торчащие из земли, котлован был заполнен водой. Я говорю, что это? Римс говорит, а ну вот здесь должны нам будут строить театр. Я тогда был просто в каком-то ужасе, отчаянии, боже мой, как это, что это? Но я вообще все-таки хочу сказать, что ковчег начали строить 95 лет назад. Начал строить
Евгений Вахтангов. Подхватили его ученики Симонов, Рубен Симонов, сын его, Евгений Симонов, Михаил Александрович Ульянов, многие-многие другие. И благодаря тому, что ковчег сейчас существует, мы во многом обязаны этим людям, обязаны людям тем, кто сохранил этот театр в непростые годы, то есть актерам, ученикам Вахтангова, которые как золотое руно, что называется, из рук в руки передавали вот эту информацию, вот эту любовь к театру, вот эти какие-то заветы его. Ведь у него творческая жизнь Вахтангова – это 10 лет всего лишь. В театре строят планы на будущее, любят свое настоящее и репетируют. Почувствовать его тонкость невидимую. Знаете, он такой Римас, когда входишь в комнату, а пройти нельзя, потому что она вся в лучах, но невидимых. Знаете, такие невидимые лучи. Да. Вот Римас, он как эти невидимые лучи такие. Он неявный, он такой невидимо. Все делает невидимо. И если у тебя или у актера, как сказать, есть аппарат, воспринимающий эти невидимые лучи. И он? И нет, и он сделал. Сделано. Понятно во всем? Всем понятно? Театру, всем он сделал. Все, я закончил. И закончил. Невероятная гордыня. Да. Он всегда заканчивает. Он всегда мысль ясна, закончил. Все. Даже этот вопрос-то, а как он работает? Он как неправомочен. Вот мы сейчас работаем, или что мы делаем? Вот как? Ну, мы дышим, разговариваем, живем. Он мыслит, он не работает, он мыслит. Да, это можно назвать работой. Это колоссальный труд, энергия, энергетика. Но это все, как это? Это как бы происходит все в высших инстанциях. Потому что он настолько велик и настолько как бы, как это, такая планета, которая с тобой, может, не сразу сходится, что полностью доверять и входи в его орбиту, и вот по его орбите и летай. Он просит только летать в его этой орбите, и все. И потом все получится. То есть доверие фантастическое. Актер художник, он безумец! Он транжир, сценические эмоции! Он насильник через искусство! Актер приходит к писателю изничтожает актера, равно как и актер изничтожает писателя. А путь один в безумии. Это и есть искусство, сударь. Он говорит, ты буквально воспринимаешь. Не надо буквально воспринимать. Потому что, в принципе, он создает мир. И в данном случае он с тобой не работает, как работает в системе ординат артиста. Он тебя вкладывает в свой мир очень большими-большими красками. Прорисовка пойдет потом. И ты не слушай слова, ты смотри, что с ним происходит. Вот мы так привыкли, что мы все говорим просто так. Ну, а то, что он говорит, это так он живет. Это так и есть. Это трудно поверить, потому что мы этому не верим. А вот этот человек, который отвечает за свои слова. Когда какой-то был период уже Онегина, в принципе, потому что... входил я, мы с ним все обговорили, все обсудили, но входил я не просто, хотя я все прекрасно знал, но вот хотел с ним пообщаться. Я ему сказал, ну вот там большая пауза между гибелью Ленского и отъездом Онегина перед финалом. Я говорю, я, в принципе, все понимаю, понимаю снег, понимаю запорошенность, понимаю седину появившуюся. Все понимаю пистолет, перчатки, Татьяна, письмо, все. Ну, просто там большая пауза. А вот о чем он думает? Вопрос, который вообще... Вы говорит, не спрашиваете, что вы идите делаете. Это вот когда он репетирует, такой ответ. Ну, просто так вот подумайте, о чем он думает. И вот сейчас точно показываю. Вот точно показываю, как с этим человеком работать надо. Когда вот убили, да. Я говорю, да. Ну, вот, все кругом вот умерло.
А он такой... такой дизабр. Я знаю, что слово не знает русского. И проверяет. Я сделал вид, что я, значит, понял. Он говорит, ну вот, и так он пошевелился. Такие комки грязи, такие отваливаются. Я говорю, посидите, Ирина Александровича, я понял, а кто? Он говорит, ну, этот, дибазабр. Я говорю, он говорит, эти коски, коски грязи такие, песок, вот он так, живой еще, да. Да те, которые все умерли! Я говорю, понял, динозавры. Он говорит, да. Вот. Вот. Вот я вам показал абсолютно, понимаете, систему ординат. И если ты будешь внимательно смотреть, я попытался его повторить, да? Вы все поняли, все артисту объяснено. Больше ничего не надо. Не надо рассказывать теоретические, какие-то критические статьи. Не нужно говорить ему о Пушкине. Не нужно ни о чем, ни о чем. Все точно, железно сказано. Все. Человек может в этом существовать 5 минут, 3, 10, 15. Это вот его, то, что, к чему он призывает, автономное существование. Я вам расскажу, даже вот на примере репетиции «Улыбнись нам, Господи», да. Соорудил конструкцию, я понимаю, когда-то он уже ставил этот спектакль, но я никогда не сталкивался с такой режиссурой, которая была тиха, он молчал, и если Гончаров машет там, кидает, кричит, то вдруг я сталкивался с упрямыми режиссерами, говорливыми режиссерами, а тут, значит, он соорудил эту конструкцию из ящиков, столов, каких-то тумбочек, мы на них по ним бегаем, как муравьи, тараканы, и что-то говорим, какой-то текст. Он вдруг смотрит, 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 потом вдруг хватает тазик, накидает туда газету, а мы работаем, а он параллельно с нами забрасывает туда бумагу, поджигает и подбрасывает этот таз под декорации. И мы не понимаем, что происходит, но догадываемся, это он учинил какой-то пожар. А мы, нам что делать? Нам что, реагировать на этот пожар или не реагировать? То есть, вот... Это и есть то, о чем вы спрашиваете. Соединение матриархата, его хуторского воспитания, высшей школы первопрестольной и, конечно, встреча с интересными людьми. Спектакль «Улыбнись нам, Господи» — это притча о простых и наивных, добрых и беспомощных людях, способных в своем сознании спасти целый мир. Исправить ход истории. Слепая человеческая привязанность и любовь друг к другу готовят их к самопожертвованию, к последнему странствию, как на полотне Питера Брейгеля-старшего «Притча слепых». У Брейгеля это маленький незначительный эпизод, где несколько слепых стали жертвами несчастного случая. В мироздании никто и не заметит этого события, как тихое падение листа с дерева. В этом никем не замеченном падении сплоченных и доверившихся впереди идущему, как в капле воды, мы видим силу поступка беспомощных людей. Герои Туминоса, погруженные в новую притчу, погруженные в те же эмоции, говорят о том, что все события непременно повторяться, а сила сострадания и желание помочь сильнее ошибок прошлого, сильнее логики и опыта. Желание поступка сильнее самого поступка. Это сознание творит воображение, не фантазия, а воображение. Сознание и воображение. И все мы можем, все миры создать. Вот это очень важно пробуждать воображение
и надеяться, и опираться на сознание, что доверять ей, что сознание великолепное, премудрейшая какая-то система, которая готова тебе помочь, готова прийти на помощь, готова пробудить воображение, а ты только управляй, ты только справляйся, я тебе помогу. Да, толкнуть его на это, на размышление такое, толкнуть, что ты творец, ты тоже своей жизни творец, художник своей жизни. И ты тогда, зритель, мне самое главное, что он почувствовал секунду, доль секунды, две секунды он почувствовал, что отступает от него смерть, что он поверил, что смерти вообще нет. Есть вечность, я вечный могу жить, смерти нет. Вот это поражение, удивление, потому что в спектаклях тоже как бы вечность присутствует. Вот эти небеса, которые, я говорю, третий глаз, который играет, он присутствует. И зритель это видит, что он не мне играет так впрямую, а он разговаривает с третьим глазом, то есть он разговаривает через небеса, он разговаривает, он понимает, и я присоединяюсь, я тоже хочу слушать, я тоже хочу присоединиться. Мне некогда, я хочу вот это услышать, голоса наших предков, наших народов, где Птоломей говорил, что это семь сфер вокруг Земли, ну, восьмая есть, но никто не знал, что это восьмая. Какой-то идет от восьмой, говорит, какой-то звук идет какой-то. Но в Риме определили, что этот восьмая сфера, это и есть ангелы, там ангелы поют. Наверное, вот все там, кто жил, кто ушел из жизни, вот там все ангелы, там они и поют. Все тлеет, все исчезает, все умирает, все так пропадает. А вот звуки там, они скапливаются, огромный такой. И хор Вселенной, там хор, вот это они. Вот этот хор, не оттуда информация, оттуда его услышать надо, оттуда. Вот это знать надо, и ты начнешь эти звуки слышать и предков звуки, которых и не знал, но ты услышишь их. Актер и спектакль может побудить зрителя стать художником. Зритель – творец и художник своей жизни. В театре он может почувствовать на долю секунды, что смерть отступает. Есть вечность. Почему важны эти слова? Наверное, потому что вот уже 20 лет меня оставляют в покое размышления Николая Бердеева в его книге «Самопознание». Он открывает нам идею Бога о человеке. По сути, именно об этом сегодня с нами говорит театр своим искусством. Философская мысль Бердеева точна и сакральна. Человек ждет рождения в нем Бога. На этой глубине должен быть поставлен вопрос о творчестве. Необычайно дерзновенная мысль, что Бог нуждается в человеке. В ответе человека. В творчестве человека.